Всем большой привет! Наступила вторая декада июня месяца. Время летит летнее настолько быстро. Вроде ждали-ждали его, и сейчас уже стоит такая знойная жара, духота. Даже сложно иногда многим переносить такое. Но, тем не менее, лето радует, что оно все-таки к нам пришло. И время косметички. Вы знаете, как-то я сейчас собирала, может быть, и духота влияет, но как-то вот у меня, по-моему, скромненько получилось. На заднем фоне у нас и Project Pen, и какие-то добивашки у меня, вот, которые всегда под рукой. Я стараюсь всегда это, чтобы было где-то в районе стола, пользоваться достаточно часто. Но всегда добавляю что-то новенькое. Сегодня грандиозную уборку на столе. Собрала все, что я там лишнего навалила за последнее время. Решила опять начать захламлять по новой. Пока чисто. Туши без изменений. Остается сыворотка от Эвелин. Вот это вот. Сколько тут? 5 в одном. У них то 8 в одном, то еще сколько-то. Остается всех чаще. Мне хочется ее просто доиспользовать. От Ив Сен Лоран. Вот эта тушь. Но она уже заканчивается. Она хорошо поработала для такой малышки. Она работает уже месяца 3, наверное. Ну и все остальные тоже остаются, но я их особо не показываю. Здесь, кстати, стоят два продукта, которые стойкие помады, вот прям, которые въедаются в губы, тинты снимают. Вот такие у меня два продуктика здесь еще. И также здесь находится всегда корректор. У меня от Avon. Это единственный корректор, ну, вообще единственный продукт у Avon, который не подписан ни с какой стороны. Карандаши тоже тут разные. Давайте покажу мой любимый для бровей, а то вдруг кто-то про него забыл. Это Eva Mosaic Кори Очи. С этой стороны щетка, с этой стороны сам карандаш. Подточен станет еще меньше. И для бровей я добавила еще одно средство. Я добавила от Люкс Визаж щеточка стилист. В общем, вот такой вот для бровей, 3 в 1, в третьем оттенке. Сегодня наносила вместе с карандашом, очень хорошо зафиксировал, прекрасно вместе они работают. Почему я пренебрегала, не поняла. Ну вот на столе разбиралась, и вот все продукты для бровей попались мне под глаза, хотела сказать. И вот решила, что надо пользоваться. Далее праймер, база остается от Рише. Вот ее осталось все меньше и меньше. Но... Ой, цветочек оторвался, папоротник. Но сейчас, так как стало жарко, а это масляная текстура, я вам говорила, что в жару пользоваться не буду. Но если пользуюсь, 2-3 капли, не больше. То есть если в холод... И до 6-7 капель доходило. Сейчас хорошо, если 1-2, а то ну, до 3. Вот. Но как база работает хорошо, даже в жару мне поры не закупоривает. Но не каждый день использую, и сейчас уже как-то более так ограничено. Тональник. Во-первых, на все лето я уже беру от Eva Mosaic BB крем. Здесь очень хороший SPF 30. Давайте я вам покажу. У меня оттенок 02 бежевый. Брала когда-то в улыбке радуги. Так, давайте его здесь поставим. Вот такой оттеночек. Мне он подходит. Сейчас начнется все равно и загар. Он и подстраивается хорошо. Ну и SPF. Это особо важно. И остается у меня то, что у меня намешано. Я сюда еще домешала кое-что. И вот у меня его еще опять сколько. Но было уже мало. И я снова намешала. Поэтому остается этот и этот. Но это я не буду показывать, потому что тут смесь. Разная смесь. Консилер-корректор. Корректор показала. Но вот это тоже можно назвать корректором. Но я использую как консилер под глазки. У меня два оттенка, видите, закончились. И сейчас использую вот этот. И он тоже пошел хорошо под глазки. Вот такой вот. Использую третий. Я так думаю, пока он не закончится, буду продолжать от NYX вот эту палеточку у себя иметь под рукой. Пудра. Ой, с пудрой вообще интересно. Во-первых, у меня остается добивашка моя
от Faberlic Sport & Пляж. Но она темноватая. Она темноватая даже для меня. И поэтому я в нее уже какое-то время добавляю вот эту одеваш, которая меня так удивила. Сейчас я вам покажу, чем. Я думала, что я сейчас вот здесь вот до границы беленькую вот пудру саму светлую. Видите, она прям тут совсем светлая, классненькая. Она и припудривает хорошо, и как-то отлично лежит. И ее хорошо смешивать с той пудрой. То есть я так вот поцарапаю немножко, поцарапаю туда, потом кистью уже там собираю эти крошечки вместе с той, и идеальный оттенок получается. Можно, конечно, перепрессовывать, но я что-то не заморачивалась. Но смотрите, какой интересный казус оказался. Бронзер-то только сверху. Может быть, конечно, там оно с горки будет вниз, но вот пока, если прямо смотреть, видно, что я и бронзер зацепила, думала, вот границу я отчерчу, чтобы их не путать. И так вот буду ковырять по границе, а потом мне легче будет даже пудру собирать кистью. Но нет, она оказалась, видите, вот там под продуктом. Вот такая вот интересная метаморфоза. Ну вообще отлично, вот эта пудра вот такая белая, эта вот такая темная. А вместе они работают хорошо. То есть когда перемешиваются. Поэтому я их так совместно и использую. Но я думаю, что от Faberlic-то она в любом случае быстренько закончится. И летом припудривать вот этой беленькой тоже удобно в течение дня. То есть сейчас лицо потеет, и пудра чаще, чем тональный крем, работает на лице. С этим тоже, да, закончили. Румяна. Румяна, хайлайтер, бронзер. Во-первых, я беру вот эту палеточку от Essence. Тут бронзер, румяна и такой хайлайтер интересный. Это была лимиточка, смысла нет название показывать. Вот хайлайтер, он такой какой-то интересный, розовый. И ну, сейчас покажу. Вот. Он дает свечение, но какой-то у него прям вот интересный розовый. Бронзер, это прям вот конкретно бронзер. Он даже в золото уходит. Такой интересный. Поэтому он медленно тратится. Но когда мне нужно будет вот реально скульптор и использовать хайлайтер, то от Эстрады в этот раз у меня будет очень часто использоваться 310 оттенок от Эстрады. Это вот прям самый настоящий красивый хайлайтер. Вот. Я дама с желтым подтоном, и поэтому этот хайлайтер для меня идеальный. И скульптор для меня идеальный в 201 оттенке. По нему видно, что я его люблю использовать. Действительно дает хорошую тень. Вот. Поэтому чем-то буду чаще, чем-то меньше. Но пока это то, что я беру. Так, подождите, я салфеточки достану, чтобы пальцы вытирать. Басюня, идешь пугать маму? Ну, уже не прокатит. Басюнька к нам идет. Помощник мой главный. Люся проспала, знать. Так, что еще у нас по румянам? Ну, у нас остаются вот эти вот, но я хочу от них немножко отдохнуть, потому что вот эти румяна у меня пойдут на следующую неделю, ну, на следующую декаду в экспериментальную косметичку, потому что они такие, видите, уже тут ямки хорошие. Поэтому, и вот давайте покажу еще, у меня многие интересуются мастером скульпт, как он уходит. Вот так вот он. Но тоже я от этого отдохну эти 10 дней. А, вот я чего хотела добавить. Ну, наверное, сейчас тоже не буду. Давайте в следующие 10 дней, потому что здесь вот сверкалочка уже есть. Так, с этим все. Дальше у нас получается тени и помады. А, вот еще одно средство не показала. Беру на все лето вот эту пудру от Faberlic 6149. Это вот такая сверкалочка. Как только загар появляется на лице, мне очень нравится этот продукт. Очень нравится. Без загара он бесполезен, но если есть на лице загар, это красивая вещь до середины этого осени может работать и радовать. Поэтому вот, что у меня еще появляется. Ну, теперь точно, наверное, мы... Точно, наверное. Да что ж у меня за богатство русского языка? Теперь точно переходим к теням.
Вот что я хочу сказать. Так, стираем сводчи. Решила я в этот раз себя побаловать старинками. Взяла забытую палетку от Faberlic. Мне так нравится ее упаковка. Настолько она классненькая, смысла нет показывать там, что написано. Так, давайте, знаете, что сделаю? Вот салфеточками я и прикрою. Тут небольшие рефильчики. Вот она какая. Очень часто я использую вот, вот эти четыре оттенка. Иногда я темно-синим делаю прям по ресничному краю. Его многие ругают, говорят, в грязь тушуется. Но мне нужна просто тень по ресничному краю, поэтому для меня этот оттенок в принципе-то рабочий. Так как давно забытая уже палетка, но она достойна внимания. Вот этот оттенок вообще можно даже как скульптор, либо как на бровь использовать оттенок. Он очень хороший. И вот он, капризненький синий. Видите, он даже собирается так как-то кусочно. Голубой. И вот он этот синий. Ну, мне он подходит. Он мне подходит. Давайте я его наслою, даже покажу немножко его цвет. Вот. Наслаиваются они все неплохо. Вообще палетка неплохая. Ее, конечно, сильно критиковали за этот синий оттенок. Но в целом, мне кажется, она неплохая. Так, закрываем. Далее. Следующую стариночку, которую я взяла. Но она не очень старенькая, на самом деле. Ей хорошо, если полгода. Это Astessence палеточка в оттенке 02. У меня их три штучки. Есть еще с собачками и русалочка. Так, открывайся. Она у меня почти девственно чистенькая. Как-то она у меня забыта, пролежала. И хочу я ей поиграться. Мне очень понравился вот этот именно оттенок, вот этот. И пора этим всем пользоваться. Ой, какая красивая. Мама дорогая. Смотрите. Ну, а я в дальний угол сложила. Вот как? Как такое возможно? Так, последний в конце разберемся с блестками-то. Сейчас вот эти вот. Ой, какое. Отличные оттенки, цветопередача шикарная. Essence, они молодцы. Вот сколько бы я ими не пользовалась, каждый раз я ими восхищаюсь. Последние два. О, красота. Вау. Ой, мне кажется, даже если одну бы я такую взяла палетку, я бы ей пользовалась все 10 дней. Шикарная палетка. Вот реально она шикарная. Я в восторге. Так, далее, что я беру? Взяла я много, девочки, я взяла много. Так, это у нас что? Это у нас Мейс. Очень нравится мне эта красота, номер один. Это совсем недавний подарок. Посмотрите, какая тут игра цвета. Давайте я тоже по три, потому что все равно пальцев не хватит. Ой, мама дорогая. Это просто фольга. Мейс я обожаю. Спада, Мейс, это Фарес. Это косметика, которая меня всегда пленит. Это очень бюджетная, дешевая. Кто-то не доверяет ей. А я люблю пользоваться такой. Даже не скажешь, что это я тени наносила сейчас, да? И вот. Представляете? И набирала по чуть-чуть. Ну, достойно. Вот такая красота. Вот тебе и Мейс. Далее. Так, сейчас пальчики. Пальчики в порядок приводим. От Faberlic. Взяла я свою золотинушку 5621. Это зеленая палеточка такая. Вы знаете, я сейчас, у меня, конечно, не сильно влажные салфетки, но я все-таки сделаю повлажнее пальцы. И именно влажным способом попробую, ну, полувлажным набрать.
показать вам, как они работают. Но это полувлажный получился. Вот один не вышло. Так, это какой у меня не вышел-то? Вот этот серый. Как будто бы он уже замылился до меня. Вот он какой. Если я не путаю. Нет, наверное, путаю. Вот этот зеленый, наверное. В общем, что-то я тут напутала. Вот этот, может, зеленый. Ну, в общем, смотрите, чего-то я тут заблудилась. Давайте еще один сейчас сделаю. Вот этот самый первый. Вот. Теперь точно тут наверняка взять 4. Опять точно наверняка. Да что ж это за русский язык-то такой. Так, ладно. С Faberlic тоже разобрались. Разобрались. Кто разобрался, кто разобрали. Так, все. А, взяла. Даже я не то чтобы взяла. У меня вот эта палетка от Yves Rocher почему-то всегда под рукой. Она мне так вот, малышка, это понравилась. Настолько она мимишная. Тут всего 3 оттеночка. Вот когда ничего не хочется там придумывать, это вот то, что сделает вас быстренько красивый. Вот. Такие прямо базовая палеточка. И она у меня всегда под рукой. Она меня прям радует. Мне Наташа дарила. Да тут у меня почти все подарки. Я уже делала макияж с вот с этой палеточкой. Ну, это однушка от Фарес в оттенке 10. Очень она мне понравилась. И решила взять ее в косметичку. Сделаю 2 вот так сводча, потому что тут очень сложно набирать сводчи, чтобы показать всю их красоту. Думала брать ее, либо вот эту вот зеленую, видите, они чем-то перекликаются. Но решила, пусть будет и то, и то. Раз уж взяла, вот такая она. Зелень с золотом. Так, и давайте еще одну покажу. Даже я взяла-то 2, но покажу одну все-таки, потому что слишком много я уже на 10 дней набрала. Это от Ламель в оттенке 401. Я от Ламель 2 взяла, но одну я давайте в следующий раз. И здесь я взяла вот ради вот этих вот всех блестящих. Давайте вот блестящие. Матовые-то, что они все одинаковые. Вот, видите, какая красота. Обалденная красота. Я думаю, что Ламель, она будет вторить всем остальным. Тут из спокойных я, по сути, взяла только вот эту вот. Да? Но у меня есть в проекте Project Pen. Если мне надо будет, я могу оттуда что-то взять. И сейчас еще 2. Ой, 2 вот этих вот матовых покажу. Вот. Ну, в общем, вы представляете, прекрасная, прекрасная палеточка. Все, этого достаточно, одна лишняя. Не буду я ее брать. Ну что ж, стираем. Вот это я все стираю. Много нахватало, пусть будет. А то я убрала все со стола-то. У меня еще там остаются, вы знаете, тени, которые в проекте Project Pen. Но на какие-то из них я буду делать удар в следующие 10 дней. Сейчас вряд ли. Так, наверное, я усилю мицелляркой, потому что сводчи очень яркие. Просто салфетки не справятся без мицеллярной воды. А так побыстрее. Ага. И у нас остаются средства для губ. Кое-что, опять же, в проекте у меня вовсю работает. Но кое-что и тоже взяла из старичков. Ну, не все, конечно, но кое-что из старичков. Из блесков я решила взять 2. Один от Faberlic. Это, мне кажется, прямо действительно старичок. 42000. Ну, в общем, 3 нуля.
пока лето. Пусть блески работают. Так, первый. Второй я взяла вот эту вот красоту 183 дня. Тутти Фрутти. Этот блеск ко мне от Наташи приехал. Он такой. На каждый день вообще подойдет. Его любую помаду обновить. Либо если матовая помада подсохла, ну как бы подсушила губы, тоже он хорошо в таком случае. Вы знаете, время от времени ношу. Но я его наношу прямо едва-едва. Не так, что прямо, вот знаете, густо-густо. А вот. Едва-едва. Просто как тинт. Вот как корейцы делают. Сейчас вам покажу. Если он не успеет высохнуть. В общем, нанесли и вот так вот вбиваете в губки. И вот такой тинт я использую. Так, сейчас я подотру, чтобы я тут не пачкалась. Сильно красный-то я не ношу. А так нормально. Следующее. От Люкс. Это старенькая у меня помадка. Какая-то там роза. Тоже, думаю, уже слишком долго в коллекции. Ее надо убавлять. Она в этот раз меня порадует. Также от Essence. Long Lasting в 0,7 оттенке. Красивый оттенок, но он такой неубиваемый. Вот сколько я его не пользую, у меня ощущение, что вот, смотрите, она как целая каждый раз. Ну, я не скажу, что прямо часто-часто, но этот оттенок для меня прямо один из самых-самых красивых. Также беру малышку сейчас вспомню. Вот она какая. Вот есть Essence, а есть Catrice. Catrice Наташа присылала. Вот такая красотка. Малявка. Вот, ее время пришло порадовать. И от Essence вот эту, как помада-бальзам. У многих девочек уже даже заканчивается, а я что-то никак с этой помадой не справлюсь. А когда, как не летом. Тоже, видите, она прям как помада-бальзам. Вот. И у меня остается то, что в проекте. Я вам, знаете, что не показала? Я очень часто стала пользоваться вот этими двумя тенюхами. Они у меня даже теперь стоят под рукой. Видно, что они хорошо так убывают. То есть тут вот эта вот пустышка там внутри. Ну, вам, может, не очень видно, но тем не менее. То есть видно, что вот там видно, да, пусто уже. Лена мне дарила очень красиво, как стрелку, когда уже тени на глазах. И вот этим блеском сделать стрелку. Это очень красиво получается. Металлики такие. Первый. И второй тоже тут видно, что уже, вон, видите, я там глубоко беру. То есть я ими пользуюсь, я забываю показывать. Вот этот более плотный, но на карандаш тот смотрится тоже плотно. Если вот темный карандаш, как подложка, стрелочка, и потом вот этот, то получается вот этот прямо как дуахромик. А этот розовый такой красивый светится. Очень, очень хорошенький оба продукта. Ну и то, что у меня вот остается вот здесь, всякие бальзамы, блески, помады из проекта. То есть я этим буду также продолжать пользоваться, когда необходимо. Но удар будет все-таки вот на то, что я вам показала. Немного помад, но зато точно попользуюсь всеми. Все, это вся моя косметичка на следующую вторую декаду июня месяца. Спасибо большое за внимание, за просмотр. Всем хорошего настроения и всем пока!